Здравствуйте, друзья. Функция OOP из set позволяет проверить, есть ли у нас переменная на сцене. То есть переменная с определенным именем. Итак, давайте сначала вызовем методы OOP, горячая клавиша F3, вызываем библиотеку, либо вот этим значком, и здесь методы OOP. Так будет проще обращаться. И OOP из set. Вот. И здесь, как видите, тоже переменная. То есть давайте проверим, что у нас есть вот такая переменная, PL. Но в свое время мы сделали это как модель игроков. И все это завернем в консоль, чтобы смотреть где-то результат. Нам должно вывести true. Ну вот так и есть. То есть такая переменная есть. А давайте что-нибудь здесь вот такое напишем. Ошибка. Такой переменной у нас не существует. Ну что, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiroki.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!